Друзья, всем привет! Сегодня мы приехали порыбачить на Аку-Аку. Здесь вот место такое, щебенка, не глубоко, там метр четыре, наверное, пять. Но хищник здесь держится, цепов очень много. Поэтому станем вот здесь вот где-нибудь на краю. Здесь вроде их так поменьше. Попробуем на отводной половить. Пока поставим коричневую резинку вот такую вот. Потом будем менять, пробовать. В общем, посмотрим, что из этого выйдет. На улице жарковато, правда. Плюс 28, наверное, было сегодня. Короче, очень жарко. Ну, сейчас к вечеру, то сейчас, наверное, это. К вечеру немножко должно похолодать. Спать жара. Тогда, может, она рыбка-то и выйдет. Здесь вот иногда по дну вот так вот ведешь. Медленно-медленно, там течение сильное, он там играет. Гораздо больше поклевок бывает. Опа, есть! Есть, ребята, кто-то клюнул. О, только поговорил, кто-то клюнул. Упирается. Наверное, или берш, или судак. Может, окунь. Ну, нормально так упирается. А там кто? Маленький бершик вот такой вот, вот попался. Не знаю. Сейчас мы его отпустим. Очень маленький. Но результативный. Хорошо, хоть не заглотил глубоко. Чуть-чуть, главное, чтобы не закровоточил. Ну, плыви, чё. Плыви. Плыви, 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 плыви. Он не хотит. Давай чуть подальше. Давай. Давай, давай, плыви. Всё, поплыл, поплыл. Против течения. Пошел, пошел, пошел. Давай, давай, плыви, плыви. Ну, что стоишь? Стоит, смотрите, не уходит. Пошел, пошел. Все. Ну, нормально, интересно. С первого заброса, ребята, видите, поклевочка. Хоть и маленький, но все равно. Значит, все же есть он здесь. Тут травы какой-то наловил здесь, непонятно. Такую на коричневую, на маленькую резиночку взял. На месте целое. А взял где-то метров 20, наверное, от берега. Где-то примерно так. Блин, сделал под левую руку неудобно. Но зачет. Ну ладно, может сейчас покрупнее что попадется. Будет окунь, можно на таранку взять. Опа, опять поклевка, ребята. Опять есть. А, или нет? А, есть, есть, давит, давит, давит. Упирается-то как. Опять, наверное, берш. Наверное, опять берж. Точно, идет. А этот что-то, не знаю, протащу его здесь, дело. Попробовать его. А, точно. Ну, этот уже нормальный. Такого можно взять, наверное, на ушицу. Тут уже хорошенький. Пойдет. Классный, прикольный.
сегодня рыбалка интересная. Два заброса, две поклевки подряд. Причем в одном и том же месте берет. Вот она, все, на дне уже. Крупнее не знаю, стоит, не стоит ставить резинку. По-моему, на это нормально. Но здесь интересно, щебенка мелкая, дробит так, мелкая дробь такая. Аж в руках держишь, так приятно. Бывает, когда очень крупная, аж по рукам бьет. Это еще хорошо, вот спиннинг жесткий. И вот есть еще один, он мягкий, вот тем, блин, замучаешь, каждый камень ловит. Он чувствительный, но ловить им, конечно, не во всех местах и не всегда удобно. Так, все, трава, по-моему, попалась. Точно. Вот трава плывет, блин, острова, блин, цепляется. Вот что плохо-то. Не очень приятно. Еще по течению, когда не это, вот против течения, она начинает цепляться. И тогда проводка испорчена. Ну, в принципе, здесь она уже под берегом зацепилась. Основную я прошел. Опа! Эх, поклевочка, ребята, но, по-моему, не подсек меня. По дну немножко ведем, здесь уже ступенька, смысла нет, катушкой аккуратненько. Течение сильное, оно там нормально играет, здесь дорвинское течение. Возможно, под берегом какой-нибудь окунь может схватить. Нет. Вот все на дне она, ну сколько? Ну так, а что там такое? Как это? Ничего себе. Так, как это уже на меня? Плечонка попала под эту, под ролик. Почему-то как-то умудрилась сейчас протянуть, что ли. Это вообще не понимаю, как такое произошло. Кто-то дернул еле-еле. Ну, если есть, он там. Опа, есть, ребята. Есть, точно говорю. Если есть, то он там. Я уже никуда не денется.
Упирается, кто-то дергает. Не знаю, ну что-то вроде не крупный. Кто взял далеко. Ну, походу, это тоже опять берж. Может, окунь. Да не, наверное, окунь сейчас бы уже сплыл. Хотя под берегом похож. А, нет, окунь, окунь. А, нет, берж. Такой нормальный. Такой. А, да. Какой. Маленький. А, тоже не сильно вроде. Отпустим сейчас, пусть плывет. Ну, плыви, плыви. Поплыл, поплыл, поплыл. Молодца. Где он есть, он... Сразу, если под носом попадешь, он, походу, сейчас вот гуляет. Под нос попадешь, он хватает. Конечно, травы много очень плывет. Очень много плывет травы. Ну, хотя еще терпимо. И пух какой-то тоже плывет. Смотрим. Атакует с этой проводки или не атакует. Ну, тепло держится, он, да, он клюет. А, кто-то тронул чуть-чуть, прям совсем чуть-чуть. Посмотрим. Опа, мимо. Мимо и тишина. Ну, вон пух на леску цепляется. Вот это самое, наверное, неприятное. Ух, блин, вот это поклевка. Прям под берегом кто-то ввалил, а не это, не просекся. Здорово дернул, блин. Под берегом это, возможно, окунь или что-нибудь, я не знаю, что там резко хватает у нас. Галавль иногда есть какая-нибудь, может. Что ж, до этого они не попадались. Правда, не в этом месте, но он здесь есть, здесь его тоже много. Рыбы здесь много. Мелочи ему тут еды хватает. Ну да, резинку стянут. Стянули резиночку. Кто-то, значит, хватанул точно за хвост. Угол слишком большой взял. Сейчас раз чуть-чуть другой угол брать. Там он вот прям вот там он зацеп где-то есть. Зацеп конкретный. Тут раз три мандулы. Весь берег прошел, вот весь прям. Ни одного зацепа не было. А это на одном месте прям три подряд оторвал. Конечно, вот этот пух, это фигово наматывается. Не совсем приятно вот он.
Надо ее снимать. Значит, может быть какая-нибудь борода или что-нибудь еще такое неприятное. Перехлёст, запутанный. Ладно. Опять трава. Ну ладно. Блин. Что, зацепил, что ли? А, цепился. Это уже неприятно. Да, на вот эту вот проводку медленно, когда ведешь так на течение, она, наверное, даже эффективнее всех этих дорожек. 2-3 раза оборот катушкой. Вот чисто по дну вот прям ведешь, ничего не подбрасываешь, ничего. Конечно, все по-своему ловят. Но вот у нас так иногда, по крайней мере у меня там. Не знаю, кто как привык ловить, все же ловят по-своему. Принцип один и тот же, но у каждого свои хитрости, тонкости, поэтому, как говорится, век живи, век учись. Вот поклевка была. Ну такая она, что там, схватил, вот, наверное, окунь. Хватило. Ай, блин. Это трава, ребята, это трава. К сожалению, ребята, вот такое тоже случается. Вот как она здесь попала, не знаю. Сейчас буду распутывать, в общем. Короче, ребята, с горем пополам распутала это все дело. Где-то она там вдалеке как-то перехлестнулась, выскочила, не поймешь. Что-то шпуль вторую не взял, спиннинг тоже вторую не взял. Что-то даже не думал я об этих всех мелочах, и на раз забываешь о таких тонкостях. Да, блин, про это забывать нельзя. Запас всегда должен быть. Хотя катушка, в принципе, есть, плетенка еще одна. Но все равно. Все это опять перематывать. Хотя, говорят, самый простой способ — в воду бросил катушку. И мотай смело. Какая длинная проводка, поклевки не было. Наверное, просто не попал. Вот окуни нету, что не это. Окуни вообще совсем нету что-то. Хотя какие-то поклевки были, но может это окуни был. Да, конечно, грязи много очень плывет по реке.
пуха какая-то, тина, трава, что-то все не поймешь. Сейчас попробуем прямо бросим, не будем угол, попробуем именно напротив бросить. Посмотрим, может там он стоит. С фарватера никто. Ну, где-то поближе берет. Опа! Есть, есть. Но это, наверное, окунь. А, нет, уже убежал. Но поклевка была такая, она дробящая. Не похожа на судака, не на бершань, на что такое. Это окунь был. Но он и небольшой. Ладно, по клевке есть, и то хорошо. Опять попробуем, прямо бросим. Посмотрим, что из этого выйдет. И вот так вот аккуратненько по дну. В принципе, она там катится здорово, судя по тому, как она бежит по течению. Там так не кисло пролетает по дну. Да вот дальше такое вот, где сейчас метров 10 от меня туда скат идет, ямка там получается. Там крутит, вертит, а вот здесь вот течение такое сильное, оно метров 100, наверное, может. Да, вот что-то окунь даже под берегом не хочет сейчас. Жарко, что ли. Еще время, наверное, это 5:30. Может, 6 уже. Я посмотрел на часы. Опа, есть. Кого-то подсек. Кого-то подсек. Кто-то упирается. О! Давит вниз. Это что-то, наверное, такое опять судаковое. Подавливает. Идет вроде не тяжело, но... Так, опа, опа. Такие ударчики нормальные у него. Интересные. А, ну такой нормальный.
уже такой хороший. О, о, какой нормальненький. Поставил, короче, ребята, вот такой вот я. Коричневатый, он зеленоватый, тоже что-то похоже, но у него размер побольше, тельце больше, вот весло оно больше. Сейчас попробуем на это, может что-то покрупнее будет. Ну глянем, попробуем, поэкспериментировать можно. Попытка не пытка. Ну вот, не знаю, считай, все летом. Ну, он нас клевать начал с 1, наверное, июля. Да это очень плохо ловился. Ну, проловил, и, короче, самое, получается, уловистое, это коричневое. Каких цветов только не ставил. Ну, один, два, так они попадаются, окуня. Судак, по-моему, мне на фиолетовый попадался. И еще на какую-то, на красную. На... А, не, зеленую, зеленую. То ли зеленую, то ли прозрачную. Ну, да. И, ну, не клюет почему-то на другие цвета. Не знаю, как в других водоемах. У нас вот здесь вот почему-то коричневый больше нравится. Даже вот такую вот сейчас, которую я поставил, темно-зеленую. Ловил я на них, но поклевок очень мало было. Ну, знаю, сейчас вот август месяц. Может, у него приоритеты там сменились. Поинтереснее ему другие цвета стали. Ну, и знаю, как видите, вот сколько уже. 4 я поймал. Поклевки были. Вот. Ну, все это на коричневый. Не хотит она вот не на яркие, что-то не никакие цвета. Раньше мы на красные ловили, на белые чисто ловили, но никак. В этом году что-то никак. Ух ты, тут такой этот плывет. Надо, короче, вытаскивать его. Сейчас этот остров точно поймаю. Во какой. Трава отмирает, наверное. Жара такая, все лето стояла. Такой вот тельце, такой помощнее, он так поаппетитнее не выглядит. Ну вот цвет. Вопрос цвет, как она. Возможно, не нравится ей там. Хотя, в принципе, соблазнить на что угодно можно. Но цвет тоже большую роль играет. Насколько правда, сейчас вспомнил. Говорят, что ноябрь теплый будет. Возможно, будет шанс еще щук половить подольше, так сказать. Нет, вот не удар, но такой вообще, если на коричневый хоть что-то поклевывает. Изредка поклевки-то есть, хотя даже изредка. За проводку 2-3 будет. Вот на этот еще разок, наверное, брошу, что-то буду перевязывать. Другой, наверное, что-то сейчас насажу. Он как гоняет у нас здесь. Есть, ребята. Есть, взял. Есть. Ага.
издалека взял. Уже взял вот на эту зеленую, какая-то она зелено-коричневая, какой-то такой цвет там непонятный. Ага. Давит, давит, давит вниз. Ох, как хорошо упирается. Смотрим. А, ну это уже такой тоже нормальный судачок. Такой нормальненький. Ну вот, все же соблазнил я его, соблазнил. На зелененькую резинку, темно-зеленая, какая-то она коричневатая, там не поймешь. С какими-то крапинками еще. Но далеко взял, там прям в фарватере. И опять вот на медленькую, на эту медленную протяжку. Вот еле-еле, прям по дну. И, в принципе, у него там хвост, он такой широкий, он играет, там должен нормально играть, по идее. Ну, сейчас вот поставим. В принципе, далеко еще, может, окунь взять. Попробовать поставить какую-нибудь кислотную ради интереса. Будет клевать, не будет. Так, чисто ради спортивного интереса. Сейчас я эту сниму, поставлю какую-нибудь другую. Поставил, в общем, вот такую вот, ребят, фиолетовую тоже, блоходовая. Сейчас посмотрим, поэкспериментируем. Клюнет, не клюнет на нее, глянем сейчас. Опа, есть, ребята. Даже не это. Обалдеть. Ни разу это не дернул, даже клюнуло. Как ее по дну тащил, короче, и даже я не это. Только спиннинг натянул немножко леску, она уже прям валил. Что себе, прям издалека. Упирается, упирается. Наверное, он такой же. Ну, куда-то поверху пошел. Это поверху пошел. Ну, нормальный. Такой тоже бывает. Ну, он фиолетовый, как сработала резинка. Еще даже крутнуть не успел, схватил, так спиннинг поднял. Немного ее там, наверное, по дну-то все же протащило.
Ну вот сейчас вот нет, поклевки не было. Опа! Прям около берега, ну это окуня же. Это кушок, наверное, взял. Если есть, может сейчас дальше клюнет. Да не. Опа, ребята. Кто-то еще клюнул. Упираются. Упирается. Идет. Наверх выплыл, да? Кто же ты? Нет. А, тоже берж, берж. Ну, нормальный такой. Пойдет. Короче, этот он поближе сейчас клюнул. На сегодня день нормальный, так поклевки есть. Можно сказать, хорошо клюет. Только хороших экземпляров нет, все они такие по полкила, наверное. А эти, которых отпускал, те еще мельче. Опа, ребята, есть! Офигеть можно. Издалека взял, поклевка такая конкретная была. Здорово он засадил так. Ду-ду, такие два удара конкретных. Смотрим, что там. Так поддавливает. Куда-то пошел к траве. Ура. Это он. Бешек. Ну нормальный такой. Интересно таких ловить. Блин, зацеп что ли? А, цепился. Трава, не пойму, что это. Понял, оторвал, что ли. Короче, не знаю, что произошло. Наверное, цепилось, что-то зацепилось, что ли, по дороге. Тащил, дна не цеплялась вообще. И легко почему-то. Ну что-то было там. Но вытащил, ничего нету.
Опа, есть. А, не, а. Биба. На опускание, блин, взял. Такой удар натяг-то сильный был, так он здорово попер назад. Ну вот, что-то промахнулся, что-то, блин. Нету ни одной поклевки пока. Короче, есть у меня, ребята, вот такой вот виброхвост еще. Тоже такого цвета. Ну, какой-то он поярче, наверное. Вот попробуем на него. Конечно, может, крупновато насадка, но может и даже проканает. Ладно, попытка не пытка. Глянем, поклевки будут. Ну, пока никто не тронул. В принципе, на зеленый тоже там у меня с какого с третьего раза, что поклевка только. Ну, пока никто. Сейчас попробуем еще бросим. Сделаем забросик. А такой на ярко какой-то, он непонятный цвет у него на солнце. Один без солнца совсем другой цвет. Нет, этот, наверное, с виброхвостом, его, наверное, быстрее, что ли, тянуть надо. Может, он так не играет там. Хотя, по идее, он такой ребристый, должен он нормально играть там. В принципе-то.
Короче, ребята, походу, он не играет. С отводным поставил джиг такой 22 грамма. Сейчас будем пробовать на джиг. Блин, пух везде, даже в глазах. А, спиннинг вроде подходит под джек. Вроде не проваливает она ее. Тоже подбирать надо. Будет чуть пожиже, она будет по дну тащиться тупо и все. Короче, ребята, вот такая вот сегодня у нас рыбалка. Время 7 часов уже, солнце зашло. И, в общем, клевать он перестал. На джиг я так ничего и не поймал, поклевки тоже не было. Поставил опять отводой, но все, поклевки прекратились. В общем, до новых встреч, ребят. Ходите на рыбалку, отдыхайте, пока лето, тепло. Ну и зимой ходите, зимой тоже хорошо. Ну а кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки.